Всем привет! Что же произойдет, если человек утратит все свои чувства? Человек способен испытывать множество разных чувств. Осязание, обаяние, зрение, слух и вкус – это самые основные из них. Кроме них есть еще радость, боль, холод, отвращение, голод, страх, злость и множество другие. Благодаря многим из этих ощущений люди отличаются от всех других существ на Земле. Так что же произойдет с человеком, если он утратит все чувства, данные ему природой? Если человек перестанет все это ощущать, то он больше не сможет получать информацию из внешнего мира, его мозг не будет иметь возможности принимать сигналы и их обрабатывать. Он разучится говорить, думать, общаться, а кроме того не сможет произвести самых простейших действий. Ему будет все равно, кто он, где находится, какое сейчас время года и так далее. В этом случае сам человек просто перестанет быть человеком. В общем, потеряв способность чувствовать, он или сойдет с ума, или просто погибнет. Ученые уже проводили эксперименты, в ходе которых человека изолировали от всех шумов, звуков и прочего. В результате у него наступило серьезное расстройство психики.